Yorgun görünüyorsun. Dinlenmen lazım. Yok. Gayet iyiyim. Sabiha Hanım benim için gelmiş. Aşağı inmezsem ayıp olur. Senin sağlığını düşündüğüm için. Bu aralar gereğinden fazla düşünüyorsun beni. Sabiha Hanım gelmeden önce de bu konuyu konuşuyordum. Değil mi? Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Я оставляю вас с важными диалогами, которые произошли в последнем эпизоде. Сабиха, что вы наделали, госпожа Азади? У вас большие неприятности. Госпожа Азади, какие-то проблемы. После всего, что ты для нас сделал. Госпожа Сабиха, астагфурула, что я сделала. Госпожа Азади, что еще вы будете делать? Вы всегда были рядом с нами в наши трудные времена, персонал вашей больницы так хорошо заботился о нас днем и ночью, что мы чувствовали себя как дома. Госпожа Сабиха, я рада, что могу помочь вам чувствовать себя комфортно. Господин Кудрет, моя мать права, госпожа Сабиха, вы оказали свою поддержку, мы не можем вас отблагодарить. Господин Хасан, мы очень благодарны, госпожа Сабиха. Хочу выразить вам огромную благодарность не только от имени моего племянника, но и от себя. Вы лично позаботились о моей руке. Сабиха Астагфурула, как владелица больницы, я сделала все необходимое, знаете ли. Я очень люблю Дилана, его семья теперь мои друзья. Я выполнил свой долг. Когда я услышал об этом инциденте, мне, естественно, было очень грустно, это была жена Дилана. Только по этой причине вы заслуживаете особой заботы. Гуль выливает суп на Сабиху Ханым. Роуз, извините, с вами все в порядке. Вы обожглись. Мне очень жаль. Госпожа Сабиха, это не имеет значения. Я позабочусь о раковине, мой дорогой Дилан, ты можешь мне помочь. Фират, что случилось, папа? Вы не можете отвести от этого взгляд. Дилан, зачем ты пришел сюда? Госпожа Сабиха, вы просите у меня отчет. Полагаю, ты не осознавал, что произойдет, когда ты выступишь против меня. Дилан, ответь мне, почему ты здесь? Госпожа Сабиха, вы слышали, госпожа Азади пригласила меня. Глупая девчонка меня испортила. Дилан, по какой-то причине я не могу тебе поверить, понимаешь? Несмотря на все, что вы сделали, с каким лицом вы можете прийти к этому гостю? С каким лицом вы предстаете перед нами? Госпожа Сабиха, мне не нужно лишнее лицо, чтобы прийти сюда. Кроме того, ты знаешь, зачем я пришел. Дилан, нет, я не знаю, почему вы с Бараном враги. Месяцами ты только и делал, что оскорблял, угрожал, одним лишь словом я чуть не убил тебя. Скажи мне, чего ты хочешь от нас сейчас? Госпожа Сабиха, его невозможно стереть, некоторый гнев очень упрям, как бы вы ни старались, его невозможно стереть. Госпожа Азади, мне интересно, все ли у вас в порядке, сотрудники в замешательстве? Извини. Госпожа Сабиха, но этот тоже не вышел. Итак, мы справились с этим. Госпожа Азади, на самом деле, его можно удалить пищевой содой, отдайте Кадеру, и она исправит это за 2 минуты. Госпожа Сабиха, в этом нет необходимости. Об этом позаботится химчистка. Давайте не будем больше заставлять людей ждать, давайте вернемся к столу. Госпожа Азади, ладно, как хотите, так и действуйте. Точка. Предки говорили, что дружеская выгода будет видна через 1 день. Вы действительно сделали то, чего не смогли сделать мои 40-летние друзья. Надеюсь, вам повезет и повезет. Госпожа Сабиха, большое спасибо, вы меня смущаете. Госпожа Азади, нет-нет, если с этого момента у вас будут проблемы, я бы хотела, чтобы вы сначала постучали в нашу дверь. Как известно, ты один, одиночество это нелегко. Нет одинокой каменной стены, считайте нас с этого момента своей семьей. Вы потеряли супруга, вот что мы слышали. Мои соболезнования. Госпожа Сабиха, спасибо, друзья, он был хорошим человеком. Он всегда радовал меня и ни разу не расстраивал.
я не могу отплатить тебе. Азади Ханем, да просветит вас Бог, аминь. Госпожа Сабиха, аминь, аминь. Госпожа Азади, ну разве эта работа в больнице не сложна? Вся эта борьба в одиночку. Госпожа Сабиха, конечно, это сложно, но я к этому привыкла. В этот момент звонит телефон Джихана, и это один из охранников в саду. Джихан, здравствуйте, что он там делал? Хорошо, немедленно направьте хозяина. Баран, есть ли проблема? Нет, братан. Мисс Хейвен заблудилась в саду особняка, и теперь они направляют ее. Баран тайно подает сигнал Кириму. Кирем, с вашего разрешения я собирался провести встречу. Госпожа Сабиха, Хейвен любит путешествовать и исследовать новое место. Он настоящий любитель природы, думаю, он снова увлекся. Хасан, конечно, такое случается на самом деле, если бы вы увидели наше подхозяйство, вам бы понравилось. Если хочешь, мы можем пойти туда через минуту и отвезти тебя туда. Госпожа Сабиха, большое спасибо. Дилан, пришло время одеваться и принимать лекарства, давай разберемся с этим наверху. Бэрон, с вашего разрешения. Дилан, ты выглядишь таким уставшим, тебе нужно отдохнуть. Если хочешь, я могу тебе сказать, что ты не можешь присутствовать на ужине, никто не будет против. Ведь вы прошли через что-то очень трудное. Бэрон, нет необходимости, я в порядке. Если госпожа Сабиха пришла за мной, было бы обидно, если бы она не спустилась. Почему вы не хотите, чтобы я спустился? Дилан, у меня нет других намерений, потому что я забочусь о твоем здоровье. Бэрон, в эти дни ты думаешь обо мне больше, чем необходимо. Мы говорили об этом вопросе до того, как пришла госпожа Сабиха, верно? Дилан, что ты хочешь услышать? Бэрон, правда. Что происходит сейчас? Скажи мне. Дилан, есть что-то, чего я не знаю. Почему ты не хочешь, чтобы я был в одном окружении с госпожой Сабихой? Дилан, откуда ты это взял? Бэрон, ты думаешь? Дилан, они нас ждут, может, нам уже спуститься вниз? Можешь, пожалуйста, отпустить мою руку? Бэрон, я не оставлю тебя без ответа на твой вопрос. Дилан, тебе не понравился мой ответ, я не понимаю. В чем был вопрос? Почему ты так на меня смотришь? Бэрон, как я выгляжу? Конечно, ты решишься, Дилан. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.